Так, добрый день. Сегодня 1 апреля 2018 год, город Бендеры, 17 часов 18 минут. Я сегодня был, между прочим, в нескольких шрифтах, в двух. Значит, на Оптовом, на Шелковом и на Ленинском. Нам сегодня, значит, давали подарки пасхальные. Те, кто не смог взять вот этот пакет. Здесь на 12,5 килограмм продуктов питания. Значит, так, ребята. Значит, я был на оптовом. Ну, давайте сразу начну. Начну я, естественно, с чека. Кстати, почему так давно я ничего не публиковал? Потому что нету денег на интернет. Говорю прямо так, как есть. Вот он чек. Значит, доллар 16 рублей 50 копеек. Вот он чек. Это вам вот видно. Итак, начинаем. Начну я с окорочка. Вот, значит, 50 рублей. Вот этот, это гриль. А 50 рублей килограмм на 15 рублей 40 копеек. Это я покупал на Ленинском, когда получал вот этот вот подарок. Так, это можно сюда. Это вообще отдельно. Итак, поехали. Конфеты украинские у нас тут буквально все. Значит, птичье молоко, да, сколько оно у нас стоит? 51 рубль на 4 рубля 69 копеек. Все, я думаю, откуда у птиц молоко? Помните, была песня «Пролетела стая птиц и закапала с ресниц». Так, дальше идем. Вот такие вот вафли в шоколаде, будем говорить, шоколадные конфеты. Сколько они у нас стоят? 45 рублей. На 6 рублей 57 копеек. Я взял 4. Думаю, к чаю. Сейчас все буквально пойдет. Так, дальше идем. Где-то еще тут какие-то конфеты были. Я их не съел. А, рошеновские, между прочим, конфеты. Такие вот сосательные. Как эти, как лимонки. Ну, пол лимонной дольки. Кстати, они очень дешевые. Стоят они 32 рубля 20 копеек на 2 рубля 6 копеек. Я хочу сразу сказать, что у нас зарплаты не европейские, а полубомжовские. Так. Хлеб. 4 рубля 40 копеек он стоит, если у вас есть карточка Шрифт, то она вам дает 10% минус. Это будет почти 45 копеек. Вообще лафа. Так. Это наподобие мивины, называется. Как он называется этот бомж-пакет этот. Ролатон. Курицей простой. Курицей я взял 5 штук. Слушайте, на опте он 2 рубля 30 копеек. Напомню, доллар 16 рублей 50 копеек. Так, бумага туалетная Украина. Киев. Сколько они тут? Где тут вообще бумага? Вермишель. А, 3 рубля. 3 рубля получается. 3 на... Ну, на 8 быстренько можно посчитать. 24, да? Если я правильно посчитал. Лампочки Ильича 60 ватт. Помните эти лампочки? Вот они у нас до сих пор продаются. Я их так часто покупаю. Экономки не покупаю, потому что с экономками, наверное, будет то же самое. Может, еще вообще больше. Так. Хочу сразу сказать, что 3 марта я начал загружать видео, которое я снимал в ДК Ткаченко, и, к сожалению, у меня слетела система. Значит, 3, 4, 6, 10 Мерсишор будет 4 концерта и еще один концерт за 7 марта по улице Советская я снимал в музыкальной школе. Вы можете себе представить, что
зал не отапливается на 250 человек. 100 ребер стоит, и они все это отключено. Так, ну, в общем, я погуляю по Кирову, я вам все расскажу. Итак, город Бендеры, 1 апреля 2018 год, Борисовка. Все, всем пока. Давайте.